частично мы иногда выходим из пелены и идем по Приморским, когда все еще очень зеленое. А практически лето уже наступило. Сейчас мы будем входить то в пелену, то выходить из пелены. В общем, где-то вот так вот у нас небольшая травмленность начинается у нас потряхивает. Ручеёчек. Тут медведей почти нет, по сравнению с Сахалином, тут их нет почти. Вот, тигры, но кошки не трогают людей, они их побаиваются, не знаю почему, хотя мы их боимся гораздо больше, хотя хрен его знает, понятно. Вот, так что, примерно вот такая вот хрень происходит, ладно, сейчас мы будем заходить на глиссаду. То есть глиссада – это траектория снижения конечного, то есть, то есть это трасса или линия снижения при заходе на глиссаду. Вот тут мы сейчас перелетаем через какое-то озерцо, довольно-таки красиво выглядит. По-моему, какие-то постройки есть, если это мне не кажется. Это, по-моему, это естественное такое озерцо. Явно темная речка, но какое-то это вот это все залило. По-моему, это не искусственное озеро, а естественное. Тут, скорее всего, тоже хорошо, потому что видно по берегам, там заболочена вода. Строений там хрен знает, есть, нету, непонятно. Но там вроде как облагорожено. Участочек, вот там и дачи какие-то, что-то похуже. А может частные дома, но в общем далеко я отсюда не вижу. Ладно, приехали. Вот ключевые облака, они довольно-таки низко расположены. Непосредственно при посадке. Вот я не пойму, это село или дачный поселок, черта знает. Короче, непонятно, что это. Где-то мы в районе, даже не знаю, в каком районе, где-то это находимся. Скорейский его полетели, Октябрьский район. Фига чего, школа.